Тонкий матово-черный корпус, сенсорный ЖК-дисплей с процессором Intel Atom, поддержка видео в формате Full HD. Новый смартфон Mint от Мегафона Intel представляет на суд широкой публики генеральный директор по образцам разработок Mobile and Communications Group корпорации Intel Кристофер Магуайр. Первое в мире мобильное устройство на базе технологии Intel поддерживает Wi-Fi. Вес устройства 124 грамма, цена 17 990 рублей. Гаджет, поступивший в продажу, не только стильный и многофункциональный, но и надежный. Мы очень оптимистично смотрим на будущее этого смартфона на российском рынке. Мы считаем, что наш оптимизм оправдан в связи с очень сильным брендом компании Intel и с тем набором программных продуктов, который установлен на этот смартфон и разработан Мегафоном и его партнерами. У него очень сильная новая камера, которая станет новым стандартом в отрасли. То есть этот продукт содержит полный набор функций. Если вы обратили внимание, телефон произведен компанией Foxconn, та же компания, которая производит еще ряд устройств, в том числе известного производителя там, из Соединенных Штатов тоже. Телефон очень хорошо себя зарекомендовал. Благодаря емкому аккумулятору смартфон может работать в течение 8 часов в режиме разговора и до 45 часов в режиме прослушивания музыки. Платформа Android 2.3. Смартфон от Intel Мегафон – отличный вариант как для любителей быстрого веба, так и для работников офиса. Журналисты испытывают новый девайс. Подаренные представителем прессы смартфоны Mint в салоне Мегафон проходят проверку успешно. Сейчас для продавцов сформулировали три простых слова, которые они должны запомнить. То есть первое – это скорость. Значит, телефон очень быстрый, причем как с точки зрения радиосвязи, так и с точки зрения исполнения приложений. Второе – это баланс. То есть он сбалансирован таким образом, что и разрешение экрана, и тот функционал, который находится в нем, он найдет своего покупателя из разных, скажем так, целевых групп. И третье – это доступная цена. А это уже продолжение презентации нового смартфона Mint в отеле Ritz. Собравшимся наглядно показывают возможности уникального телефона. По окончании вечера приятным сюрпризом для всех стало появление олимпийских чемпионов. Я хочу от лица олимпийских чемпионов, чемпионок, если позволите, девочки, мальчики, сказать слова благодарности. Я сама являюсь пользователем Мегафон. И мы действительно те люди, которые, как ласточки, разнесем информацию по всему миру. Мегафон Mint, по словам команды Мегафон и Intel, первая ласточка на российском рынке смартфонов. Уже в начале следующего года корпорация Intel планирует представить клиентам новые мобильные устройства с логотипом Intel Inside.